От официального дилера компании «Кардиант» на территории региона открылся шинный центр для грузовых автомобилей. Сменить резину здесь могут как владельцы грузовых, так и легковых машин. Подробности в нашем следующем материале. На Бежецком шоссе это первый грузовой шинный центр. Здесь представлен широкий ассортимент шин «Кардиант» как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Здесь будет очень удобно водителям грузовых автомобилей. Это место считаем перспективным, так как трасса идет вплоть до Вологодской трассы. Трафик грузовой увеличивается, перевозки увеличиваются. Эта услуга просто необходима. Шины для грузовых автомобилей, в отличие от легковых, всесезонные. Однако, как отмечают специалисты, необходимо следить за глубиной протектора и их общим состоянием. В этом могут помочь специалисты центра, которые имеют многолетний опыт работы. А в сервисной зоне только профессиональное оборудование. Мы работаем в Твери с 1995 года. Мы уже понимаем, что покупать, как покупать. У нас работают профессиональные и продавцы, и монтажники. Мы передаем все акции, которые завод дает для своих шин. В частности, вот для линейки «Кардиант Professional» производится бесплатный шиномонтаж. Фирменные центры «Кардиант» соответствуют строгим требованиям качества компании. В торговом зале посетители могут получить квалифицированную консультацию и ознакомиться с широкой линейкой продукции. Здесь планируется профессиональный грузовой шинный центр, то есть это фуры, какая-то спецтехника. Автошины любые, начиная трактор, КАМАЗ, МАЗ, любая импортная грузовая техника, любая легковая техника. В центре предоставляются услуги шиномонтажа, демонтажа, балансировки, а также сезонного хранения шин. Кроме того, автовладельцы могут найти здесь широкий ассортимент моторных масел, автохимии и сопутствующих товаров. А при покупке грузовых шин «Кардиант Professional» шиномонтаж в подарок. При покупке легковых шин – бесплатное сезонное хранение. Шинный центр для грузовых автомобилей находится по адресу: Калининский район, Михайловское сельское поселение, 9-й километр автомобильной дороги Тверь-Бежецк, строение номер 2.